В общем, уже прошел час того времени, как я другое видео снимал, и уже 4 часа утра. Ребят, сейчас у нас на самом деле 10, нет, где-то часов 13. О, вот это деревяшка. Вот это деревяшка. Вот такая вот моя рука, такая деревяшка. Эта деревяшка меня заворожила. Все. Вот мои маленькие ножки, вот это деревяшечка. О, круто. Листики, идите нафиг. У меня тут есть кое-что. Мне показалось, это дикой кенгуру с зубами приложил. В общем, смотрите. Тут еще есть еще одна деревяшка. Пропаркурить с этой до этой. Давай попробую. Я все-таки сигма-крипер, а не огурец. Во рту сигма-крипер. Огурец скорее каракат, чем я. С шутерами на руках. И с телефончиком не так уж и легко. Залезать на 12-ю деревяшку. Ай! Я не спидерман, если честно. Если бы был спидерманом, было бы немного полегче. Как обычно, бабушки так летают. Призраки бабушек. А, когда-то давно, в каких-то новых годах, какие-то люди поняли, что это души бабушек. И много лет прошло, и они, другие люди, подумали, что это не бабушек, а бабочки. Поэтому зовут сейчас бабочки. Эх, настоящий мифописатель. Ты как мне из этой ветки убраться тебе? Ведь тут везде эта ветка. Придется ломать. Таран. Таран. Нет, не таран. Ой, поломался сучок. Магия существует. Просто поворот. Это что, магия? Она висит в воздухе. What the heck? Ох, наконец-таки я нормально стала. Вот смотрите, это я сейчас иду вот такой деревяшке. Хочу на другую деревяшку перепрыгнуть. Но если на проблему, то есть примерно несколько процентиков, два, что я тут сдохну. Например, от смейки ядовитой. Офигеть, вы это не видите, но там куча деревяшек, а дальше тут гора, и там деревья дальше. Потом покажу, надеюсь, я до туда доберусь. Так, туда идти или туда? Туда или туда? Туда или туда? Давай туда. Мне кажется, тут немного возможнее попасть на самый верх. Ой, как тут сложно. Круто. Зря вот шутер взял-то. Шатается. Ой, ай! Я чуть не упал. Я сейчас упал, реально. Опа. А вот бездна. Точнее, бесконечность. Деревяшка бесконечная. Блин, как я назад вернулся. Это сердечки какие нацарапаны. Офигеть. Вау. Тут уже видно, деревья начинаются. Да я уже на горе. Офигеть. Тут такой крутой вид открывается. Жалко, что вы этого не видите. Вот эта штука мне показала, что это призрак какой-то. Опа, ступеньки для меня. Тут кто-то сделал. Видимо, знали, что сюда придет Вячеслав Максимович штаба великий. Жесть какая. Там внизу бы кенгуру нет? Нет, значит, хорошо. Знаки какие-то. Походу, знак сюда не надо ходить, то змейка убьет. Да ничего, пошу пойдем дальше. Идти дальше или нет? Блин, это так страшно. Если что, я забрался на просто невероятную высочайшую горищу. Просто горищу. Я тут на горе! Опа, дорога! Таракан! Я слышу сову сейчас, если что. Прямо вот так. Угу, угу. Представляете, если эта сова вот так вот услышит то, что я передразню, вот такая. Так, разобраться с каким-то малышом. Да, заигрыш-то. Ты такая, прилетает на меня вот таким улем. И мясо такое летит с моей стороны. Голосуйте в комментах, если я сдохну. Только не перематывать. Не перематывать. Понятно, понятно. Ну что? Что реально иду? Не знаю куда. Я не знаю куда, я уже ушел! Куда-то далеко! На горе! Там что-то есть? Как страшно. Я тут сдохну, реально. Если я реально сейчас змейка вот так будет поползать, я на нем. Кенгуру идет просто. Кенгуру кулаки большие. Блин, мне сейчас по-настоящему страшно за свою жизнь. Потому что кенгуру это не шутка. Знаешь, это территория кенгуру. Я вот такой иду, они вот такие, так, мальчуган. Ну, хоть покушаем. Ой, мне реально страшно сейчас. Не до шуток, типа. Хотя вы ничего не видите, но... Если вы не поняли, там обстановка тут жесть.
Дерево. Потеря, что кенгуру меня не заметили. Я уже далеко! Бабушка. Очень страшно. Такая. Кенгуру, если хотите мной перекусить, идите сюда. Бесплатная еда выдается разным саблезубым кенгуру. Но у меня есть веб-шутер, на всякий случай, напоминаю вам. Опа! Какая-то дорога, развилка. Опа! Ой, крыса какая. Так, пойду туда. Я танцующая, муха. Я. Кто-нибудь, спасите! Я потерялся! Блин, что натворил? Я тупенький, конечно. Ты что это? Камп. Но не наш. Потом обойдет остальное, может быть. Наверное, спал. Еще один. Ой, как страшно. А если меня съедят на уж? Какие-нибудь аборигены местные. Думают, это даже наша земля. Значит, есть кого хотим можно. Логично? Логично. Снова подозрительные звуки. Это могут означать смерть. Или хуже. Или там вечные мужчины в аду гореть. Смотрите, какой квадратик красивый. Это означает, туда надо пролезть. Надеюсь, это не ворота в ад какой-нибудь. Ой, какая круть. Настал момент, чтобы туда пролезть. Получилось зато. О, это то, о чем я думаю? Или нет? Но, в любом случае, это означает, что можно по этому пролезть. Да. Если вы хотите, чтобы я сдох, то в любом случае, если вы думаете, что я сдохну, то подпишитесь. А если вы думаете, что я выживу, то подпишитесь. Понятно? Типа я тут подыхаю, а вы еще мне что-то тут не подписываетесь вообще. Опа, красная черта, значит, надо через нее перелазить. Это же ультралогично. Логичнее нельзя придумать. Если есть красные флажки Амота, значит, нужно пролезть. Да? Да. Все легко и просто. Я выжил. Блин. Все-таки я выжил. Если бы голосовали, что я сдохну, вы проиграли. Ура! Это вы? Ура! Я выжил! Я вот так вот проходил круг вот такой вот. Очень много людей. Мы за тебя переживаем, потому что сейчас очень тебе нужно. Можешь упасть, пораниться. И еще ты орешь, всю дорогу орешь. Ты можешь уже половину орешь, тебе уже 100 рублей. Если ты хочешь лишиться телефона на неделю, то... В общем, кто голосовал, что я сдохну, проиграли. Что папа пошел мне искать? Мой папа. А папа наш где? Он тоже тут. Ладно, в общем, приключение закончилось успешно. Если вы так не думаете, то... Пролез сначала по ручейку, по бревнышкам. Да, смотрите, я прошел сначала по бревну, потом через долгую дорогу еще по бревну. Там было вот, вы видели, что там было вот так бревно, вот так и вот так бревно. Я по вот этому бревну вот так вот шел. А потом там еще были ступеньки, и я дошел до дороги, и по дороге вот так прошел, пока не дошел до какой-то местности с кампами, и не дошел до красных флажков. Я их увидел и понял, что если есть красные флажки, то через них надо пройти обязательно. И потом я вот так прошел, увидел костер похожий, понял то, что я выжил в этом приключении. Ну, если что, все заснято, хоть видно плохо, но я там говорю, что происходит. Да, все, я закончил видео.